худо, то они жилеты в грязной рвани, озлобленные взгляды, одичалый вид. Что ждет их в будущем? Что с ними станет? Сегодня беспризорник, завтра враг труда, бандит. На бойне мировой отцы их погибали в царских родах. Их матерей терзали интервенты голодом, блокадой. С младенчества на лица их морщинами легла забота. По городам они скитались злым, голодным, волчьим стадом. Что их спасет? Благотворительность, нравоучение, им и нам смешно все это. Мы знаем больше, человека создает среда. Путевку в жизнь им даст Республика Советов, познавшая могущество свободного всеобщего труда. Гигантов металлургии мы строим по таежному безлюдью. Мы судьбам человечества нашли рычаг живой. Мы беспризорников научим в новый мир пробиться грудью. Мы переплавим их рабочих стройки мировой. Пожалуйста, право бывает. Вот это.
Ага. Парень, что надо. Отца прирос. Приходи скорее, мать. Почем яблочко? Дорого. Ну вот, еще. Ну ладно, давай. Ну бери, бери. А тебе чего? Почем яблочко? Держи его. Пусти. Ой, как.
мы мертвых не возим. Ушла Колька, мать. Ушла Колька, мать. Слышишь? Thank you.
А ведь на койках спать удобнее. Зек. Шухер. Облава! Черти проклятые! Бей Мерта! Бей легавых! Бей! Бей легавых! Бей Мерта! Тихо! Бей Мерта! Бей! Товарищ Мартынов, держите крепче! Он кусается! Вылезай! Ну, вылезай, вылезай! Пусти! Пусти! Пойдем. Все равно у вас жить не будем. У, леговье проклятое! Чем занимаешься? Я гулящая. Дайте анкету. Девочки все. Давай, ребят. Родители есть? Родители есть? Давно шатаешься? Что ты молчишь? Чего же ты хочешь? Марафет, водки и девочек. Ничего, сказал. Здравствуйте.
Мустафа, Фир! Старый знакомый! Здорово! Здорово! Тетя Баса, здравствуй! Здравствуй, Мустафа, здравствуй! Где он только не был? Кто его только не знает? Где его знает? Главарь целой банды. Дядя Миша, здравствуй! Здравствуй, здравствуй! Откуда последний раз ушел? Из Ростовского приемника бежал? Бежал. Саратов, говорю. Бежал? Бежал. В Москве, Серпуховском, сидел? Бежал. Ну куда ж тебя теперь направить? Я равно убегу. Тогда в исправдом, за решетку. Хватат куржам. Ей-богу, убегу. Ну, в город пойдем. Не пойду я. Пойдем, пойдем. Пойду. Иди. А это Мустафа, Фер. Здорово. Вы что, товарищ? Сын у меня пропал. Николай Ребров. Нет ли его у вас, товарищ? Нет. Посмотрите в камерах. Пойдемте со мной, товарищ. Мент идет. Качанский рыдать. Сейчас принесу. На два курса. Тимок 130 принял и боится играть. Боится играть. Целый день боится. Давай. Товарищи, считаете ли вы? Внимание, товарищ.
Считаете ли вы, что таких трудных ребят необходимо изолировать? Я категорически возражаю. Я думаю, что если мы... А я предлагаю и настаиваю таких ребят, как Мустафа Керп, направлять в исправдома. За решетку в тюрьму это не выход. Что же вы предлагаете? Товарищи, надо подумать, что делать вот с такими ребятами, которые черти сколько лет болтались на улице, бегут из всех детских домов. За решетку. Надо найти другой выход. Да, надо подумать. А по-моему, и думать нечего. А, товарищ Мент! Ну-ка, Маш, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Ты что, понарел, что ли? В пустой комнате здоровается. Эх ты, тютя! Зачем вызвали? На осмотр, что ли? Ребята, смотри. Кто это? Товарищ милиционер, можете идти. Ты что? Доктор! Ребят, доктор, раздевайся. Ну вот, раздевайся. Штаны снимать? Ты же доктор! Ну, ребята, одевайтесь веселее, одевайтесь веселее. Ну вот, теперь одевайся. Давай сюда. Одевайся, ко мне. Давай. Нет, давай веселее. Ну, веселее, одевайся. Садись. Кто одевается, кто раздевается. Садись. Вот что, ребята, сидите вы здесь, воздух портите. Детдом идти не хотите? Нет. Правильно. Парни, вы что надо? Чего вам в детдоме делать? А, здесь сидеть тоже, буза. Ой, буза. Ребята, а на свободе сейчас? Ой, хорошо. Вот что, дело у меня к вам. Секретное. В бывшем монастыре в одном устраиваю я фабрику коммуны. Поедем со мной, кто хочет. Добровольно. Вместе работать будем. По столярному, слесарному, сапожному, механическому делу, какому хотите. И управлять коммуной сами будете. Ну, на полном доверии. И на свободе будете. Ну, кто хочет, высказывай. Стань своей коммуны! Да бой их шортой матери, да? Винтов наставишь, потому что... Ее подожнем-то! Чем коммуна? Да. Поларим за работу! Включи! За решеткой сидеть будем! Винтов наставишь, да? Стань своей коммуны! Иди к чертовой мать!
Мозгуйте. Ваше дело. Уйти всегда успеете. Коммуну. Говорил. Доктор. Чемера, эпилми, прощай. Выходи. Здравствуйте, товарищ Сергей. Здорово. Вот пропуск. Хорошо. Ну, ребятки, пошли. Пошли. Ну, что же вы, ребят? Ну? А пан Гой где? Конвоя не будет. Вы добровольно. Thank you.
Ловкость рук и никакого шерства. Вот здорово так. Молодец. Молодец, Мустафа. Ну, Мустафа, чтобы это было последний раз. Это вам государство долг дает. Отработаете, отдадите. Товарищи, телеграмма из коммуны от Сергеева. Ребята, сейчас вырежу заготовку для ботинок. Вот так. Вот заготовка. Ну, кто вырежет? Ну? Да. Попробуй. Посмотрим. Ну, Мустафа Фер, не подкачай. Привычки прежние отцов, отцов, работа, эй, работа, крепко, света, сапожный, навеки сон, навек забудем, водой и тепло.
вот это ловко, и белый подготовка. Ловко, лови, не подкачай, ловко, умей и сторонку, тебе заткнул, переключай. Привычки прежние на слов, на слов, кому на цель, кого на светло, судьба на божьей горе грехом. Опять забудем водой и темно. Вот это ловко, и белый подготовка. Ловко, лови и подкачай. Ловко, умение и здоровку. Тебе на смут переключай. Кипит работа горячо, горячо. Не встан на лярный, не взять на пушку. Скользи в туманок, дуги плечо. Вот это ловко, и белый подготовка. Ловко, и не подкачай. Ловко, умей и здоровку. Тебе на путь переключай. Пришел, конечно, подтягивать. И по карманам ушам не шарить. Бери на волос, учись давать. Пойди на фильм, дожди в детали. Вот это ловко и белый подготовка. Ловко, поди не подкачай. Ловко, настала перетопка. Тебя на дну переключай. Привычки прежние на слов, на слов. Кому на цель, работа, средства. Мы за собой, за небесом. Навек забудем постой единство. Вот это ловко и белый подготовка. Ловко, вали и подкачай. Ловко, умей и сноровку. Тебе на грудь переключай. Вот это ловко и белый подготовка. Ловко, вали и подкачай. Ловко, умей и сноровку. Тебе на грудь переключай. Ложки сперли. Ну. Ага. Ножи, вилки и ложки кто-то спер. Если не найдутся, вычтем из вашего жалования. Ложечку. Горячо. Ложки жрать не ходят. Стоя под руками,
были! Покрывать не будем! Все, снова идем! Слушаю, откуда говорят? Но, подходите к столу. Иди, арестовать его надо. Товарищ начальник, мною задержан вот этот гражданин за избиение беспризорного. Ваши документы. Документов у меня с собой, кажется, нет. Вот только книжечка. Друг, сукин ты сын.
отцы и матери. А если вашего чистенького бить головой о мостовую, расстреливать, убивать, хотим ехать в коммуну, хотим сами шить сапоги. Давай отсюда! Чего ставкари? Отойди! Чего надо? Да что ты? Катись! Добро! Катись, катись! Хотят ехать в коммуну. Хотят сами шить сапоги. Понял? А гольцы, сукины дети. Молодцы, ребята. Напугались мента. Испугались, целым отделением приперлись. Боевые ребята. Ай да молодцы. Это Колька привел нас. Привел сюда ехать в коммуну. Прошла зима. Крепла и раздевалась коммуна. Мастерские выполняли большой и срочный заказ. Шила, резец и пила. Заново рождали людей. Казалось, что труп окончательно победил. Но... Thank you.
Товарищ Сергеев, мы без работы сидеть не можем. Ребята бузят. Николай Иванович, решай, что делать. Хорошо, ребята, поеду в Москву, буду говорить. Нет. Что же делать? Ребят. Думаешь, какая шпингалетина нашла? Сами пришли в коммуну в сапоги шить. Эх вы, гады!
что же вы, ребятки? Да, славно время провели, а я вам подарочек привез. Будем строить железную дорогу от коммуны до станции. И сами, ребята, будем ее обслуживать. Поняли? Поняли! Поняли. Поехали! Поехали! Мустафа! Будет машинистом! Машинистом! А Колька кондуктором! Кондуктором! А я стрелочником! А кто не хочет работать, кто хочет бузить, пусть уходит. Ну, ребята, чтобы это в последний раз. Ребята, качай Николая Ивановича! Что? Качай Сергея! Yeah.
Николай Иванович, не будут больше стоять станки. Мама, Валя, моя усталая, эх, долго ли буду тебя я носить? А судьба ли ты моя роковая? Эх, долго ли буду я жить? Для чего я на свете родился? Для чего родила меня мать? Эх, и тюремную жизнь испытал. Мустафа ушел. Горько свист ушел.
15 дней за пьянку и неявку на работу. Пьяные морды! Где нализались? А почему-то поцелуй даны на вот тебя люблю, а другие все домутые. Юбку новую порвали и разбили правый глаз. Не ругай меня, мамаша, это было первый раз. А ты почему-то вот какого-то а одного тебя люблю. Ёлки-палки, лес густой, ходит папа холостой. Когда папа женится, куда же мама денется? А почему ты просто Гаврилу! Томка, Гаврилу! Томка, дает Гаврилу! Нас на сети два громилы, оп, перепомни я, один я, другой Гаврилов. Гаврила, правильно. Оп, перепомни я, друг на друга, да мы похожи, оп, перепомни я. Как две туфли? Как похожи. Правильно, правильно. Там мы перебудем, раз гуляли, да мы помоем. Оп, перебудем, от гитары я с помоем. Правильно. Как квартиру закатили. Все, что было. Утащили. Правильно. Мустафа! Колька! Вот мы пришли! Берите, встречайте гостей! Ай, Дани, вы пижоны! Деловые не пришли! Колька, что? Встречайте Сарковым! Сюда. Колька, Танюша, давно. Юрка, рыбец. Давай проходи, садись. Садись. За кутом что надо. Давай уживаться. Уснем все болтым. Вместе гопали. Опрокинем стаканчик. Раздавим бутылочку, раздавим. Юрка простая, выпивай. На столе стоит чернила, в чернили два пера. Прощай, папа, прощай, мам, я поеду на Кавказ. Пляши, Мустафа. Козя, парень. Слабо сплясать. Мустафа, слабо. Ай да, Мустафа. Ай да, для фарту. Да я ж, пляши. Давай, играй. Почему они за какого-то лучшего, да, давай тебя люблю. Ну давай вот. Ждите моего знака. Ну давай, давай, давай. Приготовиться. Давай. Как тебя зовут? Как тебя зовут?
ребят сбивать. Так, так, Мустафа, загавом стал. Буду первым машинистом на первом паровозе. А я кондуктором.
Дорогу испортил. Как живете? Ну и здоров стал, не узнаешь. Здорово, товарищ Гузин. Здорово, ребята. А вот наш завод. Кому он привезет? Должен из коммуны приехать. С чего-то задержался. Маленько обождем. Хорошо.
Открытие железной дороги вылилось в массовое торжество. Коммунары и окружающее население готовилось к встрече первого паровоза. Thank you.
Как же, Мустафа, а хотел быть машинистом. Комиссии, лучшему другу детей.